продолжение российского сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко в главной роли ждут многие зрители. Премьера этой социальной драмы на канале НТВ в октябре 2018 года привлекла внимание многих любителей отечественных многосериек. По мнению многих экспертов, успех сериала был обусловлен сильным актерским составом и хорошим сюжетом. Создателям удалось снять действительно захватывающий сериал, продолжение которого с большим интересом ждут многие поклонники. Дата выхода второго сезона российского сериала «Скорая помощь» может быть запланирована уже на осень 2019 года в случае продления проекта создателями. Подробности продолжения будут известны позже. Следите за нашими обновлениями.